красивый собор. И что он... И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну а это Tomb Raider, разве вот Tomb Raider, она же восстание или восхождение, расхитительница гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово «райз». Ну а мы продолжаем прохождение Tomb Raider, продолжаем прохождение Ларочки. И мы идем навстречу с бессмертными. А, значит, документ засчитался, но меня там сходить вы не захотели. Ладно. Будем, значит, залезать по новым. А я не возражаю. Я не против. Я не против. Пусть будет. Так, больше ничего не осталось. В общем, идем знакомиться с армией бессмертных. Записываю заранее, чтобы не было у нас никаких сложностей. Поскольку следующей неделе будет рабочий, да и 6-го я тоже буду на работе. Чего? Я все правильно сделал. Я прыгнул, нажал на X. На X же надо нажимать. Может, с разгону? Что вообще происходит? Нет, серьезно, вопрос реально стоящий. Что происходит? Все правильно. Я не знаю, что происходит. Лара! Она как-то странно вообще работает. Ну-ка. Давайте-ка вернемся на тренировочную площадочку вот здесь вот рядом. Здесь идет обучение. Ну-ка, я же правильно все делаю? Все правильно делаю, то есть прыжок и зацеп. То есть все правильно делаю, никаких проблем нет. В чем проблема тогда? В чем проблема, я вас спрашиваю? Так, ладно. Здесь все нормально. А там почему не цепляется, я не могу понять. Нет, удавить надо. Такое ощущение, будто ее там вообще нету, этой платформы. А может, ее, кстати, реально нет? Да, ее нет, ее не существует. Я выстрелил в металлическую подкову, а она не зацепилась. О! Да неужели? Да неужели? Наконец-то. Пять минут. Одна будет у меня падать, видимо, еще. Я же все делаю правильно. Подхожу, прыгаю, да, ты должна зацепиться. Да. Я не понимаю.
Может, ей нужно целиться визуально глазами? Зацепился за кусок камня. Значит, это тоже так работает. Ясно. Запомним. Вы не знали этого. А я вот тут, видите, нашел рабочий метод. Я нашел рабочий метод. Мне кажется, что вот здесь что-то есть. Вот что-то вот здесь есть. Тут ничего не отмечено. Но уступ такой, что он говорит прямо здесь точно что-то есть. Уступ прямо мне говорит, что тут точно что-то есть. Ладно, не будем, как говорится, здесь задерживаться. А, где вырезать топоры стены? Это мы уже ждали уже с вами, потому что у вас тут гребаная система не работает. Интересно, что за армия бессмертных? Я, наверное, вебку выключу, а то мало ли сейчас будет какая-нибудь катсценка. Я не хочу ее спойлернуть раньше времени. Пусть будет тогда без вебочки у нас. Вот так вот. Кстати, красивый кадр. Запомним. Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю, но выбора нет. Деталь дробовика. Получили. Сколько насилия, сколько смертей. Но, несмотря ни на что, люди Якова продолжают сражаться. Их связывает клятва, данная их предками. Долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым. Если мне удастся найти Атлас, я смогу забрать отсюда Святой Источник. И им не придется больше страдать из-за него. Они смогут поделиться бременем правды с остальным миром. Но если все окажется впустую, не знаю, что тогда делать. Да, подумаешь, человек просто был самым изначально бессмертным и всем врал просто источника и создавал армию бессмертных неизвестным способом. Ну да, ну да. Да нет, там не знаешь, что такой способ интересный. Так, убийца-эксперт. Бесшумный убийца. Бесшумно убивайте врагов, не привлекая к себе внимания. Каким образом? Сильнодействующее средство. Как бы там полно людей будет. По логике надо бы, конечно, что-то вот из этого прокачивать. Падальщик. Быстрое изготовление, пока нет смысла. А, мастер изготовления трупов. Я не хочу этого делать. Стрелы с ядовитым газом плюс. Стрелы с кассетной бомбой. Улучшите разрывные стрелы, чтобы при попадании они осыпали врагов множеством мелких и взрывчатых капсул. Можно, почему бы нет? Патроны драконов огонь. Для дробовика, поджигающих врагов и горючего материала. Ну мы так начали дробаш как бы полноценно развивать. Почему бы нет? Да, давайте дробаш возьмем. Дробаш наше все. Так. Ну,
объясняет, что это за драконов огонь. Так, делается из... из горючки и золота. Да, ясно. Ясненько. Так, что ж, погнали тогда. Извиняюсь. Включил беспроводную клавиатуру. А, да! Она решила там зависнуть. Ладно, я с этим потом разберусь, с ее зависанием. Нам сначала вниз. Хорошо, что играем на геймсире. Вот хорошо играем на геймсире. Лар, ты будешь брать? Молодец. Да, смотрите. И мы сейчас вернемся в деревню Якова. То есть, откуда шли, туда и пришли. Правда, вот здесь у нас получается много чего упущено. Много чего не найдено. Ну ладно, вот здесь с испытанием, все остальным мы сделаем, наверное, в следующем эпизоде. Однозначно. Потому что здесь на сбор много всего. Плюс здесь собор. Да, мы сюда только-только еще подойдем. Все, разобрались. Разобрались. Так, хорошо. Здесь, пожалуйста, только не падай. Ой, спуск пошел. Так. Сначала сюда давай. О. Нам предстоит настоящее испытание, мои юные друзья. Здесь царит равновесие. Что-то изменится, и вся долина отзовется. Помните, как 2 покоса назад был пожар? После него народилось небывалое количество ягод. Олени расплодились, а за ними пришли волки. В пищу волчье мясо почти не годится, но во имя равновесия в долине сегодня мы охотимся на волков. Они выходят, когда стемнеет, и рыщут по всей долине, но мы будем искать их логово в пещерах и прочих подземных норах. Держитесь сообща. Помните, что когда вы охотитесь на волка, волк охотится на вас. Ну, как собаки, ну, пожалуйста. Я ненавижу собак. Ну, спасибо, хоть сказали, предупредили, если... Что здесь собаки, которые тебя поимеют? Ой, спасибо. Реально, прямо спасибо, что предупредили. Бери, у нас перьев немного, я знаю. Так. Куда дальше? Вот сюда теперь. Теперь туда. Ну, слушайте, у них тут целые дома, общежития, смотрю, укрепления полноценные. Так, Лара, ну-ка, залезай ко мне тут пока... Мне пока к волкам не прыгай. Так, как раз хватает. Так. А, мне руды не хватает. Вот когда руды было много, не бери. Когда руды было мало, бери очень мало. Что там у нас? Деталь тяжелого пистолета. Так, вот это берем. Металл. Металл. Углепластик. А тут что у нас? Не стану больше отрицать, что меня влечет, Кали. Когда я бродил по горным тропам высоко над долиной, она нашла меня. Теперь я знаю, что влечение взаимно. Я объяснил ей, почему не могу, не должен. Говорил, что подобное легкомыслие не подобает человеку моего положения, что я никогда не смогу сделать ее счастливой. Но слова утратили значение. Пока они выходили из моих уст, руки уже раскрыли объятия. Столько времени прошло,
а я все еще человек. Как я уже сказал, Яков и есть пророк. В общем, женщина... Помните, в прошлом серии мы слышали записи о том, что некая женщина нашла человека, вышедшего... отшельника, вышедшего из леса к ним. Это был Яков, видимо. А девчонка, вот Софья, это, видимо, их общая дочь, я так понимаю. В общем, Яков, когда был пророком еще много тысячелетий назад, он, видимо, имел жену, которую очень сильно любил. Он ее потерял из-за Троицы. В результате он уж после падения Китежа скрылся от всех на многие тысячелетия, столетия. После чего он вернулся. Вот такое складывается у меня логичное заключение. И вполне себе такое логичное, я бы сказал бы. Если уж на то пошло. Прыжок веры. Мне надо туда. Пойдемте туда. О. О. Что-то да осталось. Я ж смотрел туда. Кстати, заметьте, здесь очень много фонарей и масляных ламп. На кой черт? Я, конечно, понимаю, что это свет такой, но... Вас не смущает, что они здесь вообще в принципе есть? Там внутри ничего не лежит. Меня просто смущает, что здесь столько много источников огня. А их реально много. Их немало. Так. В этой зоне все собрали? Так, ну в принципе да, идем теперь туда. Ничего не остается. На всякий случай выключу. Че, сейчас будет какая-то анимация. Так. Привет. Вы живы, это радует. Мы доставили большинство раненых в укрытие, но враги вернулись. Они захватили верхнюю деревню. Там, внизу, в долине, есть еще наши люди. Они организуют сопротивление. Нам всегда пригодятся лишние руки. Хорошо. Если хочешь вернуться в деревню, будь осторожна. Я хочу везде тут побывать, строго говоря, у вас. Я тут смотрю, у вас тут какой-то тоннель есть в этом направлении. Давайте глянем. Может, здесь какая-нибудь баба-ёшка? Вот сидит баба-ёшка, не разговаривай. Пьёт частушки баба-ёшка, жути наводит удавай. Просто реально, делать вот здесь вот... Так-ка, осмотримся. Да, в тени плавать, конечно, я понимаю, Лара, не очень так прелестно, но... Что поделаешь? Вот чем богаты, тем и рады. Что-то мне кажется, что здесь что-то есть. Вот есть что-то, и надо это найти. Но не будут делать целый водный коридор здесь просто так. Можешь расскажешь? Может, есть что-нибудь здесь? Хе-хе-хе, аккуратно. Шею не сломай. Ой. Это я заберу. Красные бежали отсюда в спешке. В долине осталось много всякого хлама. Он может пригодиться. Учтем.
Олени сбиваются вместе под деревьями во время дождя. Удачное время для охоты, если не боишься вымокнуть. Нет, не боюсь. А я пойду устрою небольшое пожарище. На всякий случай выключу. Я ее то включаю, то выключаю, но я не хочу. Кис-кис-кис-кис-кис. Идем со мной на дно. Вы берете плен? Была возможность одного привести, но премия не за мной. Я не стал носиться. Да, один сдался прямо на глазах у начальства. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в старую тюрьму? Только тех, кто может что-то знать об Атласе. Константин собирается задать им несколько вопросов. Остальных они держат около собора. Готовится ли все? Готовится. Я надеялся, что бросит жребий, кому поручить эту работу. Ну ладно. Ты давно на службе? Пару месяцев, но на Мокруху впервые вышел. Я уже давно не участвовал в таких операциях. Подрастерял хватку. А ты? Я работаю на Константина уже около года. Меня старый кореш порекомендовал. Четверо. До этого я работал на киевских, но пришлось свалить из города. Здесь всегда столько возможностей. Нет, это особый случай. Наслаждайся моментом. Обычно мы работаем куда скромнее и скрытнее. Жалко. А я только вошел во вкус. Ну, бывает. Я не знаю. Что-то тут не так. Начальство какое-то дерганое. Обычно они все такие деловые. Думаешь... Они нам что-то не договаривают? Однозначно. Может и нет. Тут бы и думать не о чем. Только вот... Понимаю. Мне от них не по себе. Только что? Какой-то жест был? Так, давайте осмотрим место. Так. Ну вот как раз таки, видите, там вот у нас появился документик, который тоже нужно было забирать. Все чуток, все по-тихому. Всех уложили, всех положили баиньки. Так, подождите, а где еще один? Я же положил еще одного, или он утонул там, что ли? Всю деревеньку вижу. Так. Вот этого я тоже обделал. Негоже бросать. Такой кусочек. Тут столько всего валяется. Может, есть еще какой-то. Может, есть документик или какой-нибудь запись журнала. Я это по-тихому со всеми разобрался. Что-то не очень мне это нравится. Так.
Так, а тут что у нас? Здесь все, что мне удалось узнать. Анна и Константин тут главные, но они всего лишь марионетки в руках кого-то с деньгами и большими планами. Я сузил круг подозреваемых, но с трудом верится, что у кого-то в Ватикане есть своя частная армия. Однако все дороги ведут в Рим. Поверь, для меня это все тоже звучит невероятно, но люди должны знать. Уж если помирать, то хоть за правое дело. Кстати, Константин, ты небось тоже это считаешь? Ты можешь меня убрать, но тебе не победить. И если вдруг не удастся сказать тебе это в лицо, то знай, что ты долбанный псих. Я бы сказал, долбанный говнюк. Это более корректное выражение. Психи все-таки бывают разных подформ, а говнюк — это конкретная категория людей. Говнюк шизофренический, обыкновенный долбанутый. Точный диагноз. Это так. Ну, он не профессионал, нельзя к нему придираться. Тем более, он пытался тоже выбрать диагноз соответствующий. Ну, человек не эксперт. Ну, не эксперт человек, что с этим поделаешь? О, здесь можно было пройти, да, получается, по-тихому. О, руда. Так. Взрывчатку делай ко мне. О. Кончилось. Надо потом ходить по пещерам, добывать все. Пусть наемники закончат зачистку, а нас ждут на базе. Оставь их. Понял, у нас чисто. Понятно. Так, сейчас пока без вебочки, ребят. По двум причинам. Так, 3, 4, 5, 6. Всего 6 человек пока мне попался глаза. Там 7-й еще ходит где-то. Вот. Пусть проходит мимо. Надо занять высоту и их всех обстрелять. Вопрос в том, что я не вижу этой высоты нигде. Кто идет? Никто не идет. Все тихо, красиво и безопасно. 8-9. Я видел еще двоих. Того нельзя, тут с кем-то общается. В центре ла... Давай, сходи, проверь. Укрытие! Никакого укрытия, никого здесь нету. Спокойно. Все безопасно. Обыскать местность. Они не знают, что я здесь. Пусть обходят аккуратненько. Так, есть. Отлично. А вот теперь можно двигаться вперед. Ах ты, зараза. Так. Давай! О, черт! Растения кончились! Так, ясно. Значит, нет, убивать по-тихому можно, но осторожно и аккуратно. И надо сразу перемещаться. Я сидел в одной позиции, как гребаный снайпер не сменился. Первое правило любого снайпера — меняй позицию после того, как кого-то убил. Неважно, где ты сидишь.
кажется, там кто-то есть. Прикрытие! На нас напали! Обыскать место. Давай. У нас гости! Горите, сученьки! Еще добавим. Так, давай. Пока мимо, мальчики. Пока мимо. Ой, привет, ты тут откуда? Давай. Так, есть. Ой. Уходим. Так, ясно. Тактика была ошибочной. Надо найти... Я говорю, мне нужна высота. С лук я их быстро всех перебью с высоты. Но проблема в том, что Лара не хочет залезать наверх за вертолетов. Это, кстати, тоже логично, опять же, но все же. Но все же. Ладно, пусть пройдут. Да. Разрывный пока поставлю. Ничего не называй. Все живы, все хорошо живут. У всех все прекрасно. Так. Приготовим сейчас здесь побольше коктейльчиков. Отлично, это я забираю. Давай. Ой, привет, парень. Так, давай. Делай огнедышку, Лара. Где еще один? Он стреляет со спины, я прямо заметил это. Так, отлично. Держимся. Так, отлично, теперь сюда. Где еще? Парни, я жду. Так, где... А, вижу! Молодец, хорошо солез. Ой-о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 й. Да. О, опять 25. Слушайте, они хороши. Здесь надо переключаться между дробашом и винтовкой. Только так можно их всех быстро. Хотя можно между дробашом и луком. Она как бы нацеливается нормально и выбивает их неплохо. Она бьет неплохо, но... Но план был неплох. Значит, вот этого еще раз выносим. Тут много всего валяется. Сран говорит, используй меня.
только то никого ничего не называет. Давайте сюда. Так, делаю по такой же схеме. Внимание, я что-то видел. Давай, мастери мне тут. Давай, давай, Ларыч, вперед! Вперед! Давай, есть! О! Это что-то новенькое! Это что-то новенькое! Я, конечно, прямо так вот ножичком. Респект, респект! Умеют профессионалы! Надо сменить стратегию. Нет, стратегия по массовому уничтожению их неплохо работала. Значит, нужно просто идти в центр, в пепелище, и потом уничтожать все это дело. Гребаный день сурка. О! Неплохо. Сразу разобрались с целой группкой. Не знаю, что это у вас там было, молодой человек. Да бери ты уже! Так, отлично. Так, где еще? Ах ты, зараза, иди сюда. Я тебе покажу, как меня ножичком чокать. Мы тут не одни, я вам говорю. Здесь еще кто-то есть, я точно помню. Сейчас найдем. Конечно, облутать тоже надо, не спорю. Кай, а тут есть что-нибудь на чтение, на книжечку? Ну, оно есть что-нибудь? О, горсть монет. Опять 5 штук берешь? Ларыч, ну серьезно, кто так? О. Так. А там хоть кто-то остался, или я тех тоже прибил? Походу прибил. В общем, на всякий случай я возьму-ка. О! Массу легкая. Берем. Масла много подамся. Так. Не хватает металла. Так, тут что-нибудь есть? Канистра только полно. О! Вот этот, не-не, вот этот берем. Коктейльчик будем делать. Коктейльчик. На коктейль у меня на все хватает. Коктейль — это спасение. Коктейль — это спасение и тела, и души. Так, деталь дробовика. О, и нам получили неплохо. Что тоже хорошо. Так. А, теперь я вот в этой части, да, нахожусь? О.
читаем, что здесь у нас. Я согрешил во имя Господа. Много крови пролилось в долине. И продолжает литься. Прости меня. То, что работа во имя Господа требует жертв, не значит, что я чист. Прости меня. Ибо со времени стигмат моего детства грешил я во имя Твое. Прости тех, кого я убил сам, и тех, кого убили во имя меня. Ибо не ведали они, что творят. Прости меня. Прости, что работа моя все еще не окончена. И много крови еще должно пролиться. Какая интересная вера, учитывая, что это одно и то же. Вот до чего шизофрения людей доводит. Так, а. И как я до тут должен добраться, по-вашему? Вы настроили здесь всяких. Вот здесь получается. Да, только как мне. Может, вот здесь есть способ залезть. Ну тут я вижу ветку. Я вижу крышу. Ага, вижу. Вот он, вижу. Давай, Ларыч. Так, ясно. Ну, проверить стоит. Но это же для чего-то же сделано. Неспроста же. Почему-то же оно выделяется. Значит, для чего-то же нужно. Не знаю. О, пещерка. Да брось ты это уже! Вы все до единого охотники, и я горжусь вами. Сегодня ваш последний урок. Сегодня мы выследим единственного зверя, который превосходит даже меня как в размерах, так и в хитрости. Медведя. Обычно мы охотимся только на старых и агрессивных, которые начинают забредать в деревню. Я заметила в долине как раз такого и проследила за ним до самой берлоги. Мы должны поразить его одновременно. Когда зверь встанет на задние лапы, метните копья ему в сердце. Цельтесь наверняка. Меткий удар промеж ребер свалит любого зверя. Молитесь, чтобы вам повезло, потому что второй попытки не будет. Будет! Мы проходили через это. Целых 4 попытки, если прощать по расчету пулей. Будет, будет, не переживайте. Все будет! Я знаю, все еще будет. Итак. Я заметил, что здесь кукла Вуду лежит. А могу я ее использовать или нет? Ну, как бы туда вот. Ну-ка, Лара, открой, пожалуйста, мне дорожку. Почему мне кажется, что это логово медведя? Зато здесь руда. О. Ладно, похожу, пособираю. О. Спасибо. О. Месяц я ходил на форум слушать пророка. Отпрыску великого дома не подобает здесь находиться, поэтому я переодеваюсь в одежды простолюдина. Поговаривают, что патриции и приверженцы западной церкви хотят заставить пророка замолчать. Я могу только слушать и повторять слова великого человека. Никто еще не говорил правды о Боге, ибо она неведома никому. В сердце пахаря или солдата больше святости,
чем в сердцах господ и императоров. Те, кто берется говорить от лица Создателя, обманывают всех нас. Никто не говорит за него, ибо голос его в небе, в воде и в самой ткани бытия. Ну, формально он должен быть отдельно от них, поскольку все-таки он это создавал, это не его голос, это его творение. С точки... Вот опять же, религия противоречит сама себе. Люблю над этим издеваться, потому что так оно и есть. Давай, 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 Ларич. Так, сразу сделаем... А, там только 3 максимум, по-моему, можно сделать. Так, все. Грибов много. Можно грибы перейти. А что, яда полно, я его не использую. Так можно было бы. По логике вещей. Нет, Лара, вот это берем, вот это. Самогонку Армена. Она хорошо горит. Так, давай походим, посмотрим, что тут у нас да как. Так, молодец. Это тоже... Как эти бочки не взорвались до сих пор? О. А мне туда, да? А, то есть я все, что ли, забрал? Ну да, получается, все забрал. Ого. Охрана пришла ночью. Я так и знал, что придут. Убивать технаря из эха было уже слишком. Я знал, что нельзя, но не удержался. Потомки надоели, хотелось чего-то большего. Меня притащили в комнату без окон и бросили, сочли за мертвого. А потом пришел Константин. Взял мою голову в руки и улыбнулся. Сказал, что понимает. Что сам когда-то был таким же. Что я согрешил, но прощение еще возможно. Сказал, что я просто жадный до крови дуболом. Пообещал искупление. Мол, у меня есть особые умения, которые нужно только отточить. Они превратят меня в настоящий клинок и направят в цель. Да ладно. Я чуть не расплакался и ноги ему целовать полез. Я стану тем, чем должен. Ради Троицы. Ради Константина. Ясненько. Краткая инструкция, как вести людей в ШИЗУ. Я же тебя добыл, ящик-то проклятый. Что за дела? Там еще что-то один был, получается? А, подождите. А, ты за периметром же. Точно. Точно, точно, точно. Не доглядел, сам виноват. О. Так, стоп. Там у меня есть один коктейльчик. Не будем... раньше времени забывать об этом. Тратить все-таки... Я так полагаю, это все потом расчистится. Так, куда-то я заберу. Спасибо. Так, веб на всякий случай выключаю. Чую сейчас Константин появится. Вот не знаю, чью комнатка пошла. Красивый собор. И что он сказал? Что решать с ней. Но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. О как! И что, это все? Слушай, других по несколько лет на контракте держат. Терпение. Чтобы взяли в орден, успехов мало. То есть? Принесем клятву, а потом церемония. Он сказал, скоро сами все узнаем. Укрытие, на нас напали. Так.
Они не видят меня. Они не видят меня. О, попал. Реально молодец. Попал. Пусть идут сюда. Мы скроемся. Давай, иди сюда. Давай, есть. Да. Ой, тут серьезно же. Такая хорошая была западня для них. Нет, серьезно, они за мной бы шли, я бы их здесь просто раз... Надо заготовить смеси и здесь положить их всех, точно. Надо заготовить смеси. Приготовим смеси, заготовим их все, и будет у нас полный праздник. Будет праздник, так говорится. Смотрите, сейчас мы как делаем. А, отсюда и начинается, да? Ну и прекрасно. Так, где все бутылочки наши? Пожалуйста, можно мне их? О, одну нашли. Так. Древки у нас пока полно. Вот вижу еще одну. Так. Вот так вот поставим. Так, другую берем с собою. Это пусть здесь стоит. Идем, Лара. Пока! Давайте, давайте, давайте. Это как один дома будет сейчас. Будет весело. Следи за кустами, она может быть где угодно. О! Вижу. Так, 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 давай, давай. Оу! Молодцы, парни. Так, уходим, уходим, уходим. Рассеять их надо все. Черт, зараза, молодец, молодец. Она почти готова. Ничего не почти. Парень, иди полежи. Не мешай. Занимаем позицию. Есть. Мне нужны лечащие растения какие-нибудь. Я вижу самогонку Армена, но она не лечит, она калечит. Тут стреляю! Да! О! А ведь почти выбил! Ладно. Неплохо зато, неплохо идем. Зачистим всю зону, все заберем себе. Это будет первый эпизодик, наверное. Может, это еще будет. Но план сработал идеально. Надо просто больше коктейлей. Надо больше коктейлей приготовить. И все, чисто, дальше это крыто будет. Я та еще, падла, знаю.
Так. Этот первый сюда. Идешь тоже со мною. Мы сейчас как Кевин МакАлистер. Один дома. Два. Версия Лары Крофт. Один дома, два с Лары Крофт. О, красота такая. Так. Прекрасно. В общем, мне хватит на то, чтобы всех их раскидать здесь. Еще и останется. Я очень страшный человек. А, стоп. А, я... О, вот. Это держим. Еще одну сделаем. Я думаю, четырех вообще будет. О, что-то надо. Это на лечение пойдет у нас. Это на лечение, ребятушки. Так, дальше давайте. Да, что здесь, зараза-то? Так. Ну, думаю, вот такого количества коктейлей Мохло нам должно хватить с вами. Пойдемте. Итак. Креститься надо! Такой хороший план был. Ладно. Стрелы. Точно. Попробуем всех разом пробить сначала с бочек. Точно, бочки. Бочки все решат. Бочки все решат. А оставшихся так добить можно будет из дробаша. Точно. Так и сделаем. Так и сделаем сейчас. Но это не значит, что я откажусь от идеи с коктейлем Молотова. Не-не-не, все. Мне он понадобится в любом случае. Эта вещь слишком ядреная, чтобы от нее отказываться. Причем проседать начинает время от времени, замечаю. Мне это немножко не нравится, но что поделаешь. Да ладно, уже заметили, ну парни, ну кто так палит? Так, там еще одна была, я помню, наверху где-то. Так, уходим. Я знаю про лечение, спасибо, игра. Я знаю про лечение. Надо двигаться вперед. Да сменит позицию! Я прикрою! Я под обстрелом! Она перезаряжает! Все, больше не перезаряжаюсь. Ага, вижу.
Они стреляют еще и оттуда. Молодцы. Знают, как целиться. Прикройте, перезаряжай. Стреляй. А че убегаешь-то? Занимаю позицию. Ну, занимай. Я в укрытии. Молодец. Я тоже. Что делать будем? Ложись! Так. Дай ей прикурить. Так, ясно, он где-то там. Но он не попадает по мне. Но он пытается. Ага. О! Молодец. Хороший поступок. Это надо мне уже подниматься наверх. Мне нужна бутылочка. Можно, пожалуйста? Спасибо. Этот не вылезет из своего укрытия. Вот он, вижу его. Так, зато я увидел, откуда эти двое стреляют. Ага, вижу. Ну давай, выходи из своего укрытия. Чего, не хочешь выходить из укрытия? Мочи ее! Вот легко говорить. А вы хоть сами помочите немножко? Ага. Я тоже. Да, у нас потери. У Лары Крофт день сурка, парни. Да ну. Кто еще остался? Кто-то еще ведь сказал. Там никого. Ладно, идемте наверх. Сделаю пару зажигательных. Перехожу в укрытие. Отлично, слышал его сбоку. Он сбоку там где-то. Где ты? Он где-то оттуда стреляет, я не понимаю, откуда. Где вы там? Молодец. А, вижу вас, молодой человек. Я тоже молодец. Поднимите, пожалуйста, голову, сэр. Ну, пенис тоже сгодится. Так, от Арменыча. Кто-то же еще есть. Лар в приседь-то идет. Значит, кто-то живой остался. Ага, вижу. Черта не вижу, поэтому целюсь наугад. Вот, там еще парочка идет. Че, убежал? Все, разобрались. Но вот это я на всякий случай с собой возьму. Место просто оживленное. О, тайник с монетами здесь. Где? О. Идем.
И Лара, не загорись только. Сразу вспоминаю ГТ-шку с их коктейльными молотами. Тоже забавная штука. Не крути. Ладно, давайте их всех насобираем. В конце концов, трупаки, они на той трупаке. Может, что-то еще найдется полезное. Так. А, там можно было, кстати, всех обстреливать. Надо наверх, получается, идти, да? О, вижу документ. Так, ну он с другой стороны, получается. Вот здесь, да, где-то сбоку? Ага, вот он. Крофт постоянно нам мешает. Кто-то раздул в ней искру. Лорд Крофт был слишком оторванным от жизни. Он был трусом. Его дочь не такая. Сегодня я чуть было не заявил, что должен убить Крофт лично, и чтобы никто другой не смел этого делать. Боюсь, она затмевает мой разум. Я должен напоминать себе, что эта девчонка лишь препятствие, а цель моя — Святой Источник. А не наоборот, что Святой Источник лишь препятствие, чтобы убить Крофт. Обратная реверсивная психология в действии начинает проявляться. Как вот это вырубить? Скажите, пожалуйста, на милость. Столько оборудования занесли уже. Молодцы. Оперативно работают. Респект. Проклятая болезнь. Ослабляет мое тело. А теперь еще и разум. Постоянно отключаюсь. Погружаюсь в воспоминания. Перед глазами тот день, когда умер лорд Крофт. Когда пришлось срочно менять план. Когда я думала, что мы потерпели неудачу. И еще более ранние воспоминания. Мои первые дни в Ордене. Изучение тайной истории мира. Осознание нашего долга по его спасению. И еще раньше. Детство. Мое и Константина. Когда доверять можно было только друг другу. Заставляю себя вырваться, возвращаюсь в настоящее. Я всегда делала то, что должно. Сделаю и в этот раз. Я как не могу понять, они брат с сестрой или любовники до сих пор? Вроде он ее назвал сестрой, но я думаю, он, скорее всего, это называл ее в большей степени из-за религиозности. Такой принят. Что поделаешь? Извратили тоже наименование. Браги и тостры. Это же ближе, как говорится, получше называть. Троицыные узы и как-нибудь. А. Так, проведем детоксикацию местную сначала. Кто не верещит. Пойдемте вовнутрь. Давай, Ларыч, залезай. Причем, кстати, заметьте, построили-то какой огромный город. Вот сюда точно не пойдем, там... А, может быть, здесь будет проход через эту гробницу, если я смогу выйти. Или он... Конечно, он же внизу, он под гробницей, он в гробнице! Которую я войти пока не могу, потому что у меня динамита не было. Но теперь у нас есть. Ладно. В крайнем случае, это все соберем, это никуда не денется. Мы не повторим серию. На всякий случай выключу вебку. Но все-таки это... Птица, спокойно. Не паникуй. О, сохранение пошло. Что ж. О, базовый лагерь. Базовый лагерь, базовый лагерь, базовый лагерь. О, документ. Я недооценивала врага. Из-за моей глупой задумки погиб Илья.
А отца нет уже 2 дня. Чтобы выстоять против Троицы, нам нужны все силы. Кажется, они нанесли нам смертельный удар еще до начала сражения. Вера защищает нас. Но что в ней толку, когда враг становится сильнее с каждым поколением? Мы, может, и переживем эту войну. А вот за наших детей мне страшно. Ну, как говорится, правила Сунь Цзы никто не отменял. Наконец-то они узнали о Сунь Цзы еще до Сунь Цзы. За это респект. А как бы туда наверх? О, стоп. А вот и где? О, прошел мимо. А, нет, не мимо, они у подножья. Вот, вот здесь где-то... О. И где мои продавжи об экзотике? Она бежит ко мне. Эй, иди сюда, экзотика пушистая. Сюда ко мне, пушистая экзотика. Ах ты такая! Пушистая экзотика. Пушистая экзотика? А что вы хотели? Что вы хотели от меня? Пушистая экзотика? Ах, свеженькая, вкусненькая экзотика. То есть это зона их обитающая. А, тут, кстати, залезать мне не придется. Давайте сразу я заберу вот это, потом в лагерь. Спасибо. А то, когда я к нему подходил, вы не замечали. Тут вообще сегодня плохо. Сейчас я, наверное, подойду к тому месту, где она жрала, и сейчас появится обнаружена пушистая экзотика. Она, кстати, там что-то ела. Может, там какой-то материал есть? Дайте я смотрю. Она что-то ела. Во, видите, я же говорю, она что-то ела. Хорошо обнаружил. Интересно, а сколько здесь их всего обитает? Нет, реально, это хороший вопрос. Это чисто какой-то даже научный любопытство. А ты где у нас? А ты вон там. А, я могу добраться. Сейчас дойдем. Ну, слушай, сейчас забрать все. Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Такие же находили в Америке. Техника осталась той же, несмотря на путешествие через полмира. Ну, может быть, они как раз-таки и были теми поселенцами американскими. А чё нет-то? С точки зрения антропологии, человек пришел из Африки в Евразию, а из Евразии через территорию Берингового пролива попал сначала в Северную, а потом в Южную Америку. Это потом уже там викинги начали мир плавать, и Колумб. Давай сначала с оружием определимся. Давай прокачиваем. Что будем? Автоматическое заряжание модифицирует, обеспечивает быстрое заряжение оружия. Применяется ко всем дробовикам. Вот это, конечно, надо. Это надо. Но автоматом... Подождите, пока не будем. Что у нас есть еще? Смазанный затвор. Ускоряет заряжание. Пистолет. Быстро извлекаемая обойма. Лук. Усовершенствованные кулачки. Кулачки, во-первых, берем однозначно.
Усовершенствованный отражатель. Отражает снижение заеданий и повышает скорострельность. Не уверен насчет скорострельности. Особый спусковой механизм. Снижает вероятность заедания. Давайте сначала отражатель. Во-первых, я редко пользуюсь сейчас пистолетом, патронов накопилось немало. Винтовка, конечно, тоже, но там другой вопрос. Там другой вопрос. По навыкам. Сейчас мы пойдем в храм. Там что-то будет опасное и смертельное, что захочет меня убивать. Ульта на нее навряд ли будет действовать. Давайте тогда... Смотрите, я сейчас заметил, что я часто начал помирать во время лечения. Значит, надо начинать с санитаром заниматься. Здесь... Так. Сильнодействующее средство. Быстрее нет, а вот эффект защиты надо. Берем это. Вообще, кстати, такая она забавная, так смотрит. Салар, посмотри на меня, пожалуйста. Во. Отлично. Просто решил сделать фоточку. Итак, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал Discord, VKDNR, Telegram, ссылочки все в описании. За это посмотреть предыдущий эпизод. Все-таки он вышел шикарным, я считаю. И буду рад всем, кто его посмотрит. И остальные тоже, ребят. Как говорится, не смотрим на полпути, смотрим все целиком. Ну а с вами был Вескер, Амбрелла Тайчинг, всем до скорой встречи и всем пока. Увидимся!